Добрый вечер, уважаемые участники нашей сегодняшней онлайн-встречи. На связи Артем Дудкевич, команда издательства InfoDVD. И мы начинаем вводное занятие онлайн-тренинга «Безрисковое портфельное инвестирование». Я вижу, что пока участники у нас еще подключаются, тем не менее мы должны начинать по нашему расписанию. Итак, мы немножко... Давайте сначала... уладим все технические вопросы и моменты, и затем уже сможем переходить к традиционной части и к основному нашему занятию. Напишите для начала плюсики в чат, если сейчас все в порядке со звуком. Жду ваших плюсов, и пока вы пишете комментарии, напомню о том, что каждый из участников может самостоятельно у себя в плеере настроить качество отображения картинки. В нижнем правом углу, как обычно вы это делаете на YouTube в плеере, на панели нажимаете на шестеренку и выбираете качество 720 HD, хороший быстрый интернет, либо чуть меньше, если у вас интернет похуже. И картинка будет максимально четкой, насколько это возможно. Сейчас у вас на экранах должна быть заставка видна с логотипом нашего тренинга. Позже это будет... камера, это будет демонстрация экрана, демонстрация презентации. Поэтому настраивайте все заранее, чтобы было комфортно и удобно вам сегодня смотреть и слушать нашу онлайн-трансляцию. Так, вижу ваши плюсы. Хорошо, замечательно. Значит, все у нас в порядке с качеством связи. Почти 100 человек в онлайне. Основная его часть, то есть это будет целых 7 онлайн-занятий, на которых вы получите полностью от и до, так скажем, от А до Я всю систему инвестирования, которую разработали и по которой сейчас действуют, работают на российском фондовом рынке. Авторы, с которыми вы, возможно, уже знакомы, кто-то, может быть, сегодня только с ними познакомится. Это... аттестованный специалист финансовых рынков Роман Ватутин, Дмитрий Зинков. Сегодня вы их обязательно увидите, услышите и получите от них в течение нашего тренинга много ценной, полезной для вас информации. Нас сегодня на самом деле не так много в эфире присутствует участников. Почему? Потому что сегодня, я надеюсь, присутствует та категория людей, которая... Ну, давайте немножко раньше, так скажем, возьмем. Вообще на финансовых рынках, для чего люди приходят на финансовые рынки? Да, есть две основные категории людей, которые приходят на финансовые рынки. Это люди, которые хотят заработать здесь и сейчас какие-то баснословные проценты прибыли, пытаются и будут пытаться, так скажем, у какого-то процента из этих участников, из таких людей, точнее, это все-таки рано или поздно получится. Но суть в том, что эта категория людей приходит на рынок для того, чтобы заработать как можно больше, как можно быстрее. То есть приходит с целью именно заработка на, так скажем, текущие свои потребности, текущие свои расходы. И есть... вторая категория людей, так скажем, диаметрально противоположная, это те люди, которые уже в какой-то области преуспели, это профессионалы своего дела, это может быть бизнесмены, руководители и так далее. То есть люди, которые умеют в своей профессии зарабатывать деньги. И сейчас вопрос стоит уже о том, чтобы эти деньги научить работать на вас. То есть, чтобы вы в итоге тратили меньше времени на работу, чтобы вы в итоге могли больше наслаждаться жизнью и так далее, и меньше времени уделять каким-то деловым вопросам. Так, одну секунду, сейчас мы поднастроим наш экран. Угу. Вот. И я надеюсь, что из второй категории людей сегодня участников у нас все-таки больше.
Почему? Потому что изначально мы планировали этот тренинг провести по большей части именно для таких участников. И с этой целью и в наших письмах, в наших рассылках мы говорили о том, что здесь не будет каких-то баснословных процентов прибыли, здесь не будет сотен процентов в месяц или в день. Главное преимущество, которое вы получаете, участвуя в данном тренинге, это стабильность, спокойствие и безопасность ваших инвестиций. И я думаю, вы в этом убедитесь еще не раз в ходе наших онлайн-трансляций. Так, я вижу, участники у нас продолжают подключаться, и мы скоро уже перейдем к основной части. Как я уже сказал, у нас будет 7 занятий в основном блоке. Занятия у нас будут проходить в понедельник и в четверг, то есть по 2 занятия в неделю в 19:00 по Москве мы с вами будем встречаться и в режиме онлайн заниматься данной системой инвестирования. Сразу скажу, что если есть участники, которые заинтересованы в инвестициях, да, и которые планируют начать с каких-то небольших сумм, скажем, там, до 50 тысяч рублей, скорее всего, вам на данном этапе будет достаточно пройти наш основной, при этом бесплатный, абсолютно бесплатный модуль обучения, получить систему инвестирования и начать делать ваши первые шаги на основе тех знаний и навыков, которые вы получите в ходе обучения. В том случае, если вы относитесь к той категории участников, кто планирует начать сразу с серьезного капитала, то есть делать крупные вложения, на старте делать вложения ежемесячные или еще через какие-то периоды времени, то вам, скорее всего, в вашей дальнейшей деятельности, в вашем дальнейшем инвестировании потребуется помощь профессионалов, которые эту систему разработали, создали, которые по ней работают, которые вам смогут помочь, скажем, в ваших начинаниях. Поэтому для таких участников у нас будет возможность индивидуального сопровождения после того, как у нас закончится основной модуль тренинга. Об этом мы сегодня, я думаю, подробно пока говорить не будем. В конце я скажу, как и когда вы эту информацию сможете получить, о том, как у нас будет в дальнейшем проходить индивидуальное сопровождение участников. А сейчас мы, пожалуй, должны перейти к основной части. Сегодня у нас первое вводное занятие. И я приглашаю к микрофону для того, чтобы вас поприветствовать и провести сегодняшний эфир. Роман, Дмитрий, пожалуйста, включайте микрофон. Мы все внимательно слушаем. Добрый вечер, друзья. Ребят, всем привет. Мы можем начинать? Да, можно начинать. Видно, слышно, все хорошо. Все отлично. Так, ребята, давайте для начала познакомимся. Небольшой вопрос. А кто присутствовал на прошлом нашем мероприятии до Нового года? Поставьте плюсики в чат. Если те, кто был с нами в прошлый раз. Небольшая задержка есть, картинка и с чатом, поэтому немножко подождем. Для чего спрашиваю, чтобы да, мы как бы поняли аудиторию. О, плюсы. Здорово, здорово. Отлично. Вот. Ну и, в принципе, да, можно было вернуться в разговор о том, что мы рассматривали, какие бумаги смотрели, что произошло за последнее время, то есть как мы могли наблюдать рынок российский за 3 дня новогодних каникул наверстал весь прошедший год. То есть по итогам прошлого года индекс сократился в минусе, а за 3 первых рабочих дня наверстали запасы, в принципе, весь и прошлый год, и задел на текущий сделали. Вот. Из фаворитов мы смотрели Распадскую, Газпром, Алросу, Лукойл, в принципе, все эти драйверы, те бумаги, которые были локомотивом просто индекса в этом году. Ну, по сути, да, даже те, наверное, те слушатели, которые нас прислушивались,
в конце декабря США какие-то, может, там покупки по рынку уже, в принципе, могли заработать и получить уже более-менее достойную прибыль какую-то. Я помню, была Ольга, которая держала распаску и хотела ее докупить. Вот хотелось бы быть, она здесь, нет. Докупила распаску или нет. То есть процентов 15 можно было за каникулы заработать. Но как бы к этому вернемся чуть позже. Потенциал, да, в принципе, мы не меняли взгляд на рынок, не меняли отношения. В принципе, портфель особо не ребалансировали за это время. Вот. Но это как бы постепенно мы к этому не придем. И сегодня будет первое занятие, оно так называется, занятие вводное. Одно занятие вводное. Так, все, давай подгрузится презентация. Угу. Нормально. Ну, видимо, задержка тут есть. Все нормально. Так, ну и начнем традиционно наш первый день с цитаты. Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать. Сказал это Джордж Сорос, крупнейший инвестор, частный инвестор, знаменит тем, что он играл там своим фондом против валют других стран. Очень сильный инвестор. Но тут надо, наверное, разобрать само по себе высказывание его о том, что мы, наверное, ставим цели первым делом сохранить, удержать капитал, а потом уже зарабатывать. Потому что то, что вот Артем говорил о том, что здесь не будет доходности 20, 50, 100% в месяц, это невозможно. Даже если это возможно, получается это у единиц и явно не систематично. В нашем случае нам подходит вариант планомерно накапливать свой капитал и таким вот тихим сапом обгонять, во-первых, банковские депозиты в несколько раз, там, 2-3 раза. И второй вариант – это не нервничать и комфортно, по сути, управлять собственным портфелем. Так, ну давайте, наверное, перейдем уже ко второму слайду. Сейчас один момент хотел. Технический момент, мне кажется, что презентация не на весь экран открыта, хотя открыта на весь экран. Но если я правильно вижу рабочее поле, то... Угу. Понял. Так, содержание. Но сегодня у нас будет такой вступительный день, и мы сильно глубоко не будем погружаться в инструменты, в акции, в облигации, в стратегии. Сегодня мы просто... Первым делом, наверное, хотим сделать некий обзор инвестиционных инструментов, что на текущий момент актуально, где мы сейчас находимся и что мы, в принципе, планируем делать с текущей рыночной ситуацией. И второй момент – это уже исходя из того, из вышесказанного, что выбрать, куда инвестировать и как применить, собственно, свои финансы на текущий момент. Поехали. Давайте, наверное, все-таки попробуем решить технический момент с презентацией. Буквально 3 минуты это займет. Демонстрация экрана запущена у вас конкретной программой или полностью полноэкранный режим? У нас полноэкранный режим выводится. Я имею в виду в Hangouts при настройке демонстрации экрана. Да, вроде должно быть все нормально. Еще можно пробовать сначала разрешить весь экран на компьютере, потом в Hangouts подключить демонстрацию. Можно попробовать еще один момент, что попробуем. Так, а если так, Артем? Так, есть, да. Здорово, ну все, поехали тогда. Так, содержание, друзья, вы уже видели. Ну и теперь несколько, там, пару вводных о нас, кто не был на прошлом занятии. Думаю, что в любом случае было бы интересно услышать, собственно, кто мы такие и чем мы занимаемся. Ну да, кто не был, кто с нами не знаком, не слышал, не видел, в двух словах тезисно расскажем. Поделимся опытом, да, собственно, какого морального права мне им делиться. То есть мы в индустрии давно, порядка, наверное, 10 лет суммарно, если брать.
Вот, то есть есть необходимые аттестаты, лицензии. Ну, лицензии нет, есть аттестаты, да, которые дает регулятор, центральный банк, вот, на осуществление этой деятельности в работе на финансовом рынке. Вот, то есть работали в разных структурах, брокерских, банковских, то есть, в принципе, это время вели самостоятельную деятельность, деятельность и по управлению портфелями и своими, и инвесторскими. Вот, перепробовали кучу разных стратегий, от банальных, книжных, да, индикаторных, до там разных экзотических. Вот, собственно, пришли к той стратегии, о которой вам расскажем. То есть, да, по сути, она является беспроигрышной, подходит абсолютно подавляющему большинству инвесторов, как новичкам, так и профессионалам. Немного про себя тоже расскажу. Тот же самый аттестат ФСФР 1.0, который необходим для специалистов фондового рынка. Занимаюсь частично российским рынком, частично нашими уже там западными выходами на США, на Ксетру, на Запад. То есть торгуем различные инструменты, такие как евробонды, то есть это облигации, номинированные в долларах, и где доходность выплачивается в долларах. Ну и, соответственно, реализуем определенные облигационные стратегии. Вообще наш, в принципе, опыт, наверное, должен быть полезен вам не только с точки зрения того, что мы знаем про инструменты, да, то есть там какие-то книжки читали и там аттестаты имеем, то есть такой как бы книжный опыт. По большей части он, наверное, должен быть вам интересен с точки зрения того, что мы побывали по разные баррикады, были частными инвесторами, ну и остаемся ими. Есть у нас опыт и работаем в инвестиционных компаниях. То есть мы видим брокерский бизнес изнутри, какие там тенденции сейчас на текущий момент происходят, как работают финансовые консультанты, чего они хотят от текущих клиентов и что текущий клиент может получить от финансовых консультантов. Поэтому все вопросы по брокерскому бизнесу, по инвестиционке, также можете писать в чат, знакомьтесь там, скажем так, с нашей презентацией возникнут вопросы, обязательно пишите. Даже где-то, если там посередине будут какие-то вопросы, тоже задавайте. Я думаю, что по большей части мы должны построить с вами диалог, ну, а не какое-то, знаете, там, вводное теоретическое занятие, потому что теория хорошо, но там по книжкам футбол не научишься играть. Поэтому будем стараться давать побольше, наверное, практики. Для этого нужна будет обратная связь, поэтому не стесняйтесь, пишите вопросы. Какие-то будем смотреть по ходу, какие-то оставим на конец мероприятия. Угу. Далее, сделаем обзор инвестиционных инструментов на текущий момент. Друзья, ну, можете там написать в чат, какие вы знаете инвестиционные инструменты на текущий момент, то есть вот, во что можно инвестировать. То, что приходит на ум, можете писать. Вот интересно будет посмотреть, ну, то есть основные инструменты, направления, куда сейчас люди размещают. Так, мы сейчас чат посмотрим. Раз. Ну, смотрите, то есть из того, что пока пишете, да, то есть потихоньку, наверное, будем с вами параллельно делать, это депозит в банке, драгоценные металлы, валюта, ну, наверное, тоже можно назвать все-таки инвестиционным инструментом, хотя дохода не приносит в виде процента дивиденда, но однозначно те люди, которые застали деволюционный момент, когда доллар с 30 до 60 и до 80 подскакивает, думаю, что инвестиции они бы однозначно назвали очень хорошие. Вот. Недвижку у нас тоже люди любят инвестировать, но это больше как по привычке, накопленным эффектом, потому что с 2000-х годов у нас пошел бурный рост развития рынка недвижимости. Ну, здесь, наверное, по большей части помогли нефтедоллары, которые пошли в Россию вместе с резким повышением котировок на черное золото. Поэтому недвижка так вот у нас состоялась, что был такой определенный суперцикл, когда недвижимость давала 15-20 годовых, росла постоянно, можно было купить квартиру в любом, ну, практически в любом, да, то есть квартале города, более-менее нормальном, и однозначно понимали, что покупать сейчас там за одну цену, продадите дороже, детям достанется дороже, и будет, соответственно, недвижимость приносить редкий доход. Ну, сейчас несколько времена меняются, подход к недвижимости тоже смещается в сторону больше
наверное, аренды, и все меньше и меньше людей. Ну, опять же, то есть достаточное количество людей, конечно, покупают квартиры в инвестиции, но вот молодое поколение уже больше смотрит в аренду, в мобильность, поэтому недвижимость как класс инвестиционных инструментов, он все же остается, но начинает так несколько редеть по сравнению с другими инструментами. Бизнес тоже своего рода инвестиции, когда вы можете деньги направить в оборотный капитал, расширять свой бизнес, придумать какие-то бизнес-идеи, тоже здорово, здоровский вариант. Все очень хорошо, ну, дальше там рассмотрим отдельно про каждую котировку, про каждый инструмент, и там уже посмотрим плюсы и минусы. Ну и, соответственно, все, что объединяет данные инвестиционные инструменты, то, что, по сути, их можно реализовать все на фондовом рынке. То есть фондовый рынок дает возможность нам размещаться там, как депозит в банке с помощью облигационных фондов, облигационных займов. Можно покупать драгметаллы намного выгоднее валюты, ну, соответственно, на фондовом рынке вы покупаете самым минимальным спредом по курсу ЦБ. Недвижимость тоже на фондовом рынке представлена, можно покупать всевозможные фонды, которые обычно западные фонды называются RAIT. RAIT их попросту называют, да, которые дают в районе там, 4-5% годовых дивидендов еще и в долларах и потихоньку прирастает. Ну и, соответственно, бизнес, это доля в компании. Самое простое, что мы можем купить маленькую частичку, маленький пакет акций той или иной компании и, по сути, быть уже хоть пусть и самым маленьким, но уже в любом случае владельцем. Соответственно, можно делать свой бизнес, но можно вкладываться уже в достаточно там, хороший и прибыльный бизнес на текущий момент. Ну и, соответственно, наверное, последнее, то, что хотели оставить на там, да, то есть такая как бы вишенка, да, криптовалюта в последнее время, там первый момент очень часто нас в работе спрашивают клиенты, на самом деле, которые там, обладают очень консервативным подходом, у них есть депозиты, и чуть-чуть, они буквально готовы там, использовать свои депозиты в размещении в облигации, даже они сейчас спрашивают про криптовалют. Но это какой-то бум сейчас случился. Криптовалюту тоже можем обсудить в рамках инвестиционного инструмента. Мы тоже ничего не имеем против них, но есть определенный ряд ограничений, которые накладывают они, и поэтому нужно к этому относиться довольно спокойно и рассудительно. То есть криптовалюты, ну вот недавно, буквально вот сейчас общался с одним управляющим, ушел от него инвестор, то есть управлял средствами, управляющий там довольно качественно, но показывал доходность выше, там, выше рынка, хорошая доходность в районе 25% годовых. Ну и, соответственно, клиент скажет, что да, что-то, знаешь, мне маловато, уйду в криптовалюту, и 60 миллионов рублей отправил в крипту, в биткоин по 18 тысяч, ну, за один биток. Видели, наверное, там последнюю котировку в районе 11 тысяч, там чуть больше. Ну вот, как вы думаете, как себя чувствует сейчас вот такой недоинвестор в криптовалют? Ну, тоже отдельный момент. Буквально, кстати, правда, сегодня слышишь. Вот. Да. Эти истории как бы сплошь и рядом происходят. Mm-hmm. То есть есть просто базовые предпосылки, мы постепенно, да, до них дойдем. То есть, в принципе, при любом инвестировании, неважно, какой это инструмент, есть любые, ну, всегда есть базовые предпосылки, с которых нужно исходить при работе с данным инструментом. Будь то депозит, да, то есть депозит тоже можно открыть, под, ну, сейчас, наверное, уже нет, но, допустим, в моменте было такие случаи, то есть можно открыть депозит, там, под ставку значительно выше, чем среднерыночная, вроде как быть, получить гораздо доходный инструмент, при этом иметь риск дефолта этого банка, и что эти банки дефолтуют. То же самое как бы, с криптовалютой. То есть, в принципе, эти принципы не одинаковые. А вот просто в последнее время, да, класс активов стал, ну, его нельзя игнорировать, и, в принципе, имеет место быть в портфеле. То есть те эти инструменты, которые здесь представлены, в принципе, да, это такие широко любимые народом, да, людьми, общей массой. В принципе, наверное, стандартный, ну и по большому счету они закрывают все возможные классы активов. Вот. И как Дмитрий сказал выше, то есть фондовый рынок себе их объединяет, то есть на фондовом рынке можно гораздо проще, цивилизованнее, быстрее, иногда даже дешевле, эффективнее войти в эти инструменты. Просто по порядку будем их сейчас разбираться. По поводу депозитов, наверное, какие-то излишние комментарии. Я даже не знаю, что можно добавить, но все, как минимум, все имели опыт, все работали.
кто успел, кому повезло, застал депозиты под те ставки, которые были в 2014-2015 году. Вот у нас получилось сделать в начале января 2015 года. Мы заплатили ставку по только 19% было. В банке там он замыкал топ-50. Вот, то есть, в принципе, получилось таким образом. То есть сейчас дальше мы видим динамику ставки, видим, что происходит с депозитами. Вот. То есть этот инструмент из доходного инструмента плавно, и даже периоды не очень плавно, а резко переходит в инструмент даже не сохранности, а просто когда видно размещение денег в банке, чтобы не хранить их дома. Вот. Плюс имеем все как однозначно, это страховая сумма 1 400 000, страхованное агентство по страхованию вкладов. Это ко мне своими плюс, это привлекает. Инвестор, ну как инвестор, как правильно, вкладчик. Uh-huh. Вот, если привлекает. Это дает спокойствие, да, надежность, гарантию, понимание. Вот, так, вот цифра. А 5% тут это есть. То есть средняя ставка 7%, вроде 7% составляет средняя ставка по депозитам от 10 банков. И хочется отметить, что она продолжает снижаться. Вот. Есть, в принципе, да, приведут по ссылке. Ожидание того, что в феврале центральный банк снизит ставку как минимум на четверть. Ну, в принципе, это консенсус ожидания снижения ставки на четверть до 7,5%. Тут только ниже единственное, что инфляция по состоянию тут января 2018 года, то есть мы там обновляли презу в том числе, составляет 2,5%. Ну, то есть здесь не ноябрь, здесь уже совсем свежая инфляция. То есть для инфляции 2,5%. Да, ну, это как бы вопрос дискуссионный, можно поспорить, да, какая инфляция, у всех она будет у нас разная, если у нас сколько человек, 100 человек, в принципе, я думаю, что у каждого уровень инфляции будет свой. Вот. Но исходим мы всегда из официальной инфляции, как бы, да, она является ориентиром для кредитной политики, она же используется в разных расчетах, где-то как бенчмарк, где-то просто как ориентир. Поэтому мы исходим из 2,5% инфляции. Если исходить из 2,5%, еще, то текущие ставки по вкладам средние, да, в районе 7%, кажутся такими уж и плохими. Если мы видим, что инфляция 2,5%, депозиты в районе 7%, то, в принципе, получается такой неплохой спред, можно в 3,5 раза обогнать инфляцию, используя проект просто простые банковские депозиты, не усложняя себе жизнь. Надо отметить, что ситуация на самом деле довольно уникальная, потому что если посмотрите за всю историю, вот, то обычно вклад и инфляция шли там бок о бок, и периодически инфляция, да не то что периодически, по большинству там годов можно наблюдать в том, что инфляция всегда превышала размер банковского вклада. Сейчас просто у нас из-за жесткой политики Центробанка, из-за того, что они ведут вот такую политику на снижение инфляции и, как правильно говорится, таргетирование инфляции, мы видим такие вот, ну, скажем так, результаты о том, что вклад сейчас намного выгоднее, ну, опять же, то есть тех инфляционных процессов. Опять же, долго там, не знаю, продлится это или нет, вклады начинают там снижаться, и в любом случае, рынок дает возможности зарабатывать много больше, чем вот мы видим на текущий момент ставку по депозитам. Ну, это совсем уж там 7%. И опять же, то есть, если мы будем смотреть, это вот сейчас ситуация, да, там, в среднем по больнице. Опять же, то есть, сюда входят те банки, которые являются где-то системообразующими, где-то уже нет, где-то различные условия, поэтому там самое простое, можно вот обратиться к там, ставкам по Сбербанку, например, начало 2016 года. То есть, посмотрите, вот 2016 год, начало, мы специально скринили, да, вот там, чтобы посмотреть за динамикой, что же будет. И, соответственно, начало 2016 года мы видим о том, что, наверное, там лучшие там, вклады и лучшие размещения там, от 2 миллионов, это на срок от 1 до 2 лет 7,30. И опять же, обратите внимание, что такая как бы хитрая штука, то есть вот в самом низу вот 7,30, да, видите, а вот от 2 до 3 лет уже 7.15 Сбер предлагал фиксировать себе доходность. То есть Сбер уже, в принципе, закладывал, уже такая, ну, там, маленькая-маленькая, но все равно подсказка о том, что Сбербанк закладывал понижение ставок по депозитам, и сейчас он готов был уже давать от 2 до 3 лет уже меньшую ставку, нежели на 1-2 года. Ну, вот, соответственно, такая вот как бы небольшая штука.
Ну и дальше, если мы посмотрим конец 2017 года, вот прям недавно делали, обратите внимание, уже никаких 6-7% нет, уже Сбер дает в рублях, именно в рублях, максимум там 5,5%. Вот, 5,5% вот то, что Сбер закладывает. И опять же, то есть если мы смотрим 1-2-2-3 года, то есть 3 года, самые лучшие ставки уже не 5,5, а 5,15 идут, то есть уже начинает там снижаться. Это говорит опять же о том, что ставка Центробанка, ну, скорее всего, будет снижена в 2018 году, и вполне возможно, в 2019 году она тоже будет снижена. Вообще, в принципе, там, Минфин говорит о том, что цель у нас по инфляции там, в районе 4-3% держать, и при этом ставка Центробанка может сейчас 7,75%, ну, соответственно, уйти там к 6,5% на протяжении нескольких лет. Ну и вот там, в продолжении максимальная ставка по депозитам в рублях, если посмотреть именно за динамикой, то, что вот Рома говорил, в 2014 году, там, в конце 2014-го, начало 2015 года можно было поймать действительно очень хорошие ставки по размещению. Там, я в том числе там, использовал и банковские вклады под 18,5% годовых, ну, это было очень здорово и неплохо. Сейчас, конечно, такого нету, и там ставки снижаются, и вполне возможно, что мы увидим пробой, вот, скажем так, 7%, и уйдем в район 6-5,5%. Это вполне возможно, друзья, и поэтому надо быть к этому готовым. Опять же, то есть с другой стороны, вот, опять же, с другой стороны, что нам дает падение ставки, ну, в обозримом будущем? То есть та ипотека, которая была на рубеже 15-16 годов, она стоила там своим потребителям в районе 15 годовых. Сейчас ипотеку можно найти под 7-8%, но опять же там с ограничением это там первичное там строительство, да, то есть это первичная какая-то там, молодой семьи с определенными ограничениями, но в любом случае это не 12-15 годовых, это уже в районе там 7-8. Далее, те предприятия, например, которые у нас работают сейчас на оборонку, на промышленность, на сельхозпроизводство, в принципе, любое коммерческое предприятие берет кредиты, оно кредитуется, то есть использует принцип финансового рычага. И, соответственно, одно дело обслуживать, допустим, долг в 100 миллиардов рублей под 12 годовых, другое дело под 8 годовых. Ну, соответственно, высвобождается там 4 миллиарда рублей денежного потока, который можно, разделить и выплатить на дивиденды, то есть пустить на развитие производства, либо закладывать какие-то инвестиционные моменты в оборотный капитал. Более того, когда рынок переоценивает доходность, то есть для рынка, допустим, ранее была доходность нормальная 10%, допустим, дивидендной доходности, потому что и депозиты давали там 12-15 годовых, то там теперь для рынка уже, в принципе, при падении ставок, то есть будет дивидендная доходность там, довольно неплохой, считаться 5-6% годовых, ну, потому что Сбер уже дает 5%. Там другие банки дают 5-6, там ВТБ можно посмотреть, ну, может, чуть повыше дадут, но в целом, то есть это в районе 5-6%. Что должно быть с ценой акции, чтобы, ну, то есть уравнять вот эту дивидендную доходность? Если она была раньше 10, там, ну, давала там предприятие 10 рублей на стоимость акции 100 рублей, да, то есть 10 прибыли делим на стоимость приобретения акции, вот, получали 10%, то теперь цена должна вырасти, например, до 150 рублей, до 200 рублей, чтобы 10 поделить на 200, мы как раз и получили 5% вот этой вот дивидендной доходности. Поэтому это тоже положительно сказывается на рынке потихоньку. Потихоньку рынок начинает оживать. Мы видим то, что индекс МВБ переписан, и это нормально абсолютно для нашего рынка. Мультипликаторы, ну, вот дальше мы посмотрим с вами, что такое мультипликаторы, улучшаются, и те там разговоры были про то, что Сбербанк 120 – это дорого, НЛМК там 100 – это дорого, Северсталь – дорого, все остальные акции дорого надо шортить, они под собой на текущий момент не являются, ну, скажем так, какими-то крепкими, да, с точки зрения фактов и статистики. Мы видим то, что рынок развивается, сейчас рынок у нас растет, и у нас все еще остается ряд интересных инвестиционных историй на 2018 год, которые позволят там, нам, нашим клиентам, вам, как инвесторам, заработать. Поэтому если подводить такое вот резюме по сравнению с текущей вот рыночной ситуацией, то мы смотрим,
с позитивом в будущее, несмотря на санкции, то, что сегодня, да, то есть будут оглашать, несмотря на какой-то негатив, который там пишут различные издания, но статистика говорит о том, что ВВП у нас начинает выравниваться, падение ставок приводит к тому, что активы будут переоцениваться, и там фондовый рынок у нас будет чувствовать себя очень-очень хорошо. Фондовый рынок – это рынок акций, это рынок облигаций, но вот мы все видим то, что сейчас это все дело растет, даже на государственных облигациях можно было зарабатывать спокойно, и даже сейчас есть там условия зарабатывать в районе там 12-15 годовых в рублях, то есть это по государственным облигациям, которые являются там основой экономики, основой денежной политики у нас. Мы так долго остановились на депозитах, потому что самый, наверное, это самый популярный инструмент, самый понятный, самый популярный, очень большая доля. Если брать суммарно, да, вложение населения, очень большую долю занимает именно вклады в банк. Да, не торопитесь, здесь как бы надо потихоньку идти, то есть самая главная мысль, вот, смотрите, деньги дешевеют, то есть их становится больше. Раньше там, чтобы получить кредит было тяжело, сейчас все еще тяжело, но все-таки полегче, попроще и подешевле, да. Поэтому все будет переоцениваться, наша жизнь тоже в том числе будет несколько переоцениваться, та же самая недвижка, вот сейчас есть там предпосылки к тому, что она будет наконец все-таки стабилизироваться и уже там идти там в небольшой, пусть и слабый, но рост, потому что есть уже там подвижки со стороны спроса на ипотеку. Ипотека увеличивается на 30% темпами ежегодно на текущий момент, поэтому очень хороший темп. Да, недвижка будет переоценена, то есть отдельная тема для разговора. Вот, еще немаловажный момент касательно вкладов, который вот последний, переходим дальше. То есть еще до конца не у всех есть сознание, понимание, что ситуация меняется, и нужно искать альтернативу банковским вкладам. Альтернатив, по сути, не так много, все они стекаются на фондовом рынке. Да, то есть самый простой вариант – это облигации, на которых можно сделать как минимум процентов на 1,5 больше, чем вклад, гораздо удобно на условиях, либо какие-то альтернативные инструменты на фондовом рынке. Вот, то есть, как вы могли видеть в каких-то отчетах, статьях, в СМИ, что прошлые годы был рекордный по суммам привлечения в различные фонды, в облигационные, в целом в облигации на рынок. Вот, он был рекордный относительно прошлых, но как такового массовой миграции, да, инвесторов в рынок еще не происходило. Поэтому, в принципе, да, если вы еще не в теме, в рынок особо не вникали, не инвестировали, то сейчас мы, в принципе, в таком в удачном моменте находимся, так сказать, в начале глобального тектонического движения в понимании. Кратко дальше пойдем, да, металлы, да, то есть самый простой вариант, который, наверное, популярный и простой, да, это покупка ОМС, различных металлических счетов, то есть, да, можно купить монеты, можно купить слитки, то есть можно, да, этим заморачиваться, открыть металлический счет, вот, то есть разные банки эту услугу по-разному представляют, то есть где-то либо в онлайн-сервисах, в отделениях, вот, плюсы, минусы какие, ну, наверное, главный минус – это спред покупку-продажу, то есть очень большая разница. Вы можете видеть, да, здесь указан спред порядка 10%. Учитывая, что металлы не самый там трендовый инструмент, да, и движение, которое происходит, да, то есть 10% роста – это очень хорошее движение, а 10% мы просто теряем на спреде. При этом на рынке его можно купить там со спредом не 10%, а 0,05%. Да. Всего лишь. То есть на рынке есть инструменты, позволяющие инвестировать в золото прямо по реальной котировке, вот, прямо сколько он стоит, столько и стоит. Аналогично и других металлов. Вот, поэтому этот инструмент, да, он имеет место быть, но его можно заменить гораздо более эффективным вариантами на фондовом рынке. Валюта. Что касается валюты, дальше будет табличка интересная, которая развеет определенные мифы в отношении валюты. Плюсы, да, главное, ликвидность и доступность. Да, то есть у нас, в принципе, в России принято считать, что доллар крепко, надежно, и он должен быть. Вот, так, ну, тем не менее, мы все помним историю с валютными вкладчиками и ипотечниками в 2014-2015 году, что происходило. То есть нужно давать себе отчет в этом, да, той доли валюты в портфеле, которая необходима. То есть если у вас доходы валютные, если расходы валютные, то есть с этой долей необходимо быть довольно осторожным и аккуратным. Вот, тем не менее, плюсы – это ликвидность и доступность. То есть валюту купить очень просто, ликвидность максимальная, абсолютная, это живые деньги, в любой момент их можно потерять. Из минусов – это доходность ставки по валютным депозитам, они практически нулевые или стремятся к нулю, то есть евровые ставки нулевые, долларовые стремятся к нулю, альтернативные инструменты в валюте, да, какие-то облигации, ну, чуть побольше, в районе 4, но тоже не поражает воображение.
Так. Ну, это про то, что можно валюту просто купить. Огромное количество у меня клиентов сейчас там, и, да, в принципе, в индустрии, можете хоть кого-то спросить, огромное количество людей, кто покупал валюту по 65, по 75, по 80. Там были определенные там кадры, которые там покупали на таких вот неорганизованных рынках, ну, проще говоря, там, у рынка, там, у обнальщиков или у других. У людей, когда там была паника по 85, и что теперь им делать, то есть по 90, что брал. Вот, поэтому помните, валюта, да, такой инструмент. Помните, байки ходили о том, что закупаются трехзначные табло в банке, что курс скоро будет трехзначный, там 100 и выше, и закупаются уже трехзначные таблички в обменниках. По эту тему, то есть люди там закупали валюту, просто заходили как дети в школу. Поэтому вот с валютой, учитывая, что доходности нет, вы жестко привязаны к курсу, по которому вошли. То есть либо эти должны быть очень длинные деньги, которые просто купили по бедному курсу, и ждете, пока она вернется либо обратно, чтобы в ноль хотя бы выйти, ну, либо какой-то плюс на этом получить. При этом, если сравнить аналогичное вложение в рублях, что мы дальше делаем, здесь картинка развеется. Вот, ну и спреды, то есть сами понимаете, что такое спреды банковские, вы кладете в табло цена покупки и продажи, вы видите, это разница, это и спред. Он бывает довольно большим. То есть, чтобы его сократить, опять же, мы можем выйти на рынок. Вот. По поводу сравнения, что это такое? А вот существует миф, он довольно устойчивый, что доллары как валюта, как инструмент гораздо доходнее рублей, что надежнее хранить в долларах, надежнее, выгоднее, интереснее, ну, как угодно называйте, то есть доллары гораздо интереснее, чем рубль. Вот. Но, тем не менее, какой эксперимент мы сделали, довольно простой, с помощью Excel, цифр и банальной математики просто посчитали, что получилось со 100 долларами, которые мы разместили в депозит, соответственно, ну, эквивалент в рублях, по тому курсу это было 2850 рублей, и 100 долларов, соответственно, 100 долларов, да, в депозит рублевый и в депозит валютный. Вот. И на дистанции в 16 лет, то есть, ну, на конец 2017 года, мы видим итоговую, да, оценку эквивалент в рублях. И как видно из этой таблицы, мы видим последние цифры, да, 11315 рублей, это абсолютное значение в рублях, и 9609 рублей, это эквивалент в рублях суммы 161 доллар. Как можно убедиться и увидеть, да, своими глазами, вложение в рубли оказывается гораздо, ну, если не гораздо, то уж точно интереснее и выгоднее, чем вложение в доллары. И если углубиться в эти цифры, мы можем увидеть, как доллар сильно догнал рубли на рубеже 2014-2015 года. По сути, в два раза за счет девальвации. Если этот эффект убрать, то, соответственно, вот этот миф о доходности, интересности, преимуществах валютных вложений, он, в принципе, сам собой развеивается. Просто все помнят, ну, такая психологическая ловушка, все помнят такие яркие, да, события негативные, связанные со страхом, опасением, ну, это у нас там, на биологическом, наверное, уровне там, сохраняется эта информация для выживания, но в данном случае, то есть, она несколько там мешает, и поэтому помнят 14-15 год, но начинают забывать 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, там, начало 14-го, да, там даже с 9-го года, вот большие промежутки времени, когда валюта у нас, в принципе, стояла в коридоре, и все привыкали к ней. Да, рано или поздно, там, наверное, мы сейчас тоже начинаем потихоньку подбирать валюту, но там совсем потихоньку, и мы не отдаем предпочтение именно валютным инструментам, потому что рублевые могут на длительной перспективе давать там куда больше доходность, чем доллары. Ну, вот таким правилом пользуемся, тем более у нас подход более долгосрочный, мы все-таки хотим формировать себе портфель, который будет давать нам там 13-ю зарплату, у кого-то он будет давать, в принципе, там, годовой денежный поток, на который можно жить. То есть можно спокойно, то есть планомерно развивать себе портфель, который будет нормально работать и, по сути, вас кормить. Вот. Ок. Далее, поехали. Следующий популярность инструмента – это недвижимость, любая жилая, коммерческая. То есть тут, в принципе, тоже все понятно, зачем, почему, плюсы, минусы. То есть, да, это базовая потребность, необходимый инструмент, актив. Она просто нужна как актив, оставить детям, себе. Вот, да, как бы реальный актив, физическое имущество, можно потрогать, пощупать, прийти стены посмотреть. Вот, и есть доход от сдачи в аренду. Да, то есть, в принципе, как ее можно монетизировать.
сдавай в аренду. Учитывая ту ситуацию, какая сложилась, учитывая, да, что ставки снижаются, соответственно, доходности снижаются, соответственно, аренда тоже дешевеет. Ну, по крайней мере, в регионах, ну, наверное, сейчас выгоднее. Ну, не с них лап, то уж точно какие-то облигации выгоднее, чем сдача квартиры в аренду. И по ликвидности значительно выше, по доходности выше, заморочек разве меньше. То есть этот вариант прям в последнее время набирает обороты и приобретает большую популярность. Минусы, да, капитал затратно, если изначально, да, низкая ликвидность, а учитывая текущую ситуацию, ну, по крайней мере, в регионах сибирских, вот ликвидность вторичная, да, в принципе, первичная, да, довольно низкая, то есть предложение значительно превышает спрос, рынок покупателей однозначно, то есть покупателей немного, и они могут диктовать свои условия, меняться на образование, влиять на него. То есть ликвидность очень-очень низкая. Учитывая, то есть, такие моменты, как сейчас, она может быть сильно ниже. Вот. Долгий цикл сделки, когда, в принципе, как и при покупке, так и при продаже. К вопросу ликвидности, ну и в целом, да, сам цикл сделки. Вот. Необходимость юридического сопровождения, также, да, при входе и выходе в инструмент. Риски, связанные с застройщиками. То есть тоже, в принципе, все это на слуху, все это все видят. То есть в попытке либо сэкономить, либо заработать больше, можно получить риск долгостроя, либо вообще, то есть, в принципе, недостроя того объекта, который вы инвестируете. Ну, бытовые риски, да, связаны, наверное, в большей степени с арендным бизнесом, то есть сдачу в аренду. То есть бытовые какие-то, ну, амортизация, порча имущества, ремонт и обслуживание и так далее. Вот, то есть в общем виде инструмент, наверное, для каждого. Да, в портфеле, если мы подходим портфельно, а мы, в принципе, подходим портфельно к инвестированию, и портфель на фондовом рынке – это только часть его. Да, однозначно, наверное, в портфеле недвижимость нужна. Вот, но надо понимать, что это далеко не самый популярный инструмент. Однозначно не инвестиционный в текущих реалиях. Вариант, собственно, да, инвестирования в собственный бизнес. Из плюсов: вы сам себе хозяин, у вас нет начальников, ну, как кажется на старте, да? Вы сам себе начальник, у вас куча свободного времени, вы сами им распоряжаетесь и так далее, и так далее. По факту вы станете рабом своего бизнеса, по-другому не бывает. Времени больше тоже, скорее всего, не станет. Будет больше проблем, хлопот и всего вытекающего из этого. Вот. Из минусов, соответственно, капитала затратно. То есть однозначно потребуются инвестиции. Но если не сравнимые с уровнем покупки недвижимости, то, я думаю, плюс-минус на этом уровне. Вот. Отсутствие диверсификации, если вы занимаетесь какой-то, да, каким-то одним видом бизнеса, услуги, соответственно, диверсифицировать его будет сложно, по крайней мере, на первом этапе вы будете заниматься чем-то одним узким направлением. Вот. Зависимость от конъюнктуры рынка, как региональной, так и глобальной. Зависимость от нерыночных факторов, то есть это, ну, в принципе, у нас вот, зависимость довольно-таки высокая, нерыночные факторы вполне имеют место быть, их сложно заранее спланировать, спрогнозировать, и статистика, да, в принципе, она неумолимая, она прозрачная, на виду, первый год закрывается 4 из 5 вновь открытых предприятий, то есть селекция довольно большая, и довольно-таки рисковое мероприятие. А если в двух словах, то, наверное, в принципе, можно перейти к итогу сравнения. Вот, что дает фондовый рынок и что такое фондовый рынок. Да? То есть на фондовом рынке имеются инструменты, в принципе, все инструменты, которые сочетают перечисленные возможности. Через фондовый рынок можно вкладывать недвижимость. То есть есть инструменты, которые позволяют инвестировать в недвижимость, получать с этого арендный поток, также при сдаче его в недвижимость. Есть инструменты, которые позволяют участвовать в переоценке стоимости этих объектов недвижимости. То есть тут вариантов, в принципе, много. И этот, ну, вход в этот бизнес будет гораздо проще и демократичнее, чем покупка недвижимости физически. То есть на рынке просто можете купить соответствующий инструмент, да, фонд, пай, ну, в зависимости от инструмента. То есть это проще юридически, это ликвиднее, это быстрее, это проще контролировать, мониторить и так далее. То есть есть инструменты, которые позволяют вкладывать недвижимость. Валюта – самый простой инструмент. То есть просто вы покупаете валюту,
по биржевому курсу без, по сути, с минимальными спредами вот по текущей цене. Надо отметить, что по итогам биржевых торгов определяется курс центрального банка. То есть вы покупаете прямо по настоящей цене, минуя банковские курсы. Реальный бизнес, по сути, да, все акции, которые торгуются на бирже, это реальный бизнес. Покупая ценные бумаги, покупая акцию, мы покупаем часть уставного капитала или часть реального бизнеса. То есть тут можно, да, провести параллель, либо инвестировать в развитие своего нового бизнеса с нуля, либо уже присоединиться к готовому бизнесу, который давно существует, который налажен, который функционирует, у которого, ну, реально готовый функционирующий бизнес, может быть, даже международный, может быть, даже лидер в какой-то отрасли мировой, в мировом масштабе. Можно просто к ним присоединиться и получать отдачу от этого. То есть там есть два источника дохода в этом направлении. Можно выступать кредитором, то есть можно давать деньги в долг. Да, то есть это, возвращаясь к началу разговора про депозиты, то есть на фондовом рынке можно давать деньги в долг, а за это получая процент значительно, в принципе, значительно выше, чем по депозиту, гораздо ликвиднее, гибче и, в принципе, ну, гораздо удобнее. Можно покупать драгоценные металлы в разных видах, если, ну, поставки не будет, да, физически. То есть можно, ну, участвовать, ну, в любом случае и в ОМС не будет поставки металла. Можно гораздо удобнее, гибче и быстрее участвовать в изменении динамики цены драгоценных металлов. И то есть это все можно комбинировать, можно сделать реальный портфель, который будет отвечать любым вашим задачам. То есть если вам нужен входящий денежный поток, чтобы вы получали какие-то, да, деньги, как по депозитам, да, то есть чтобы вы какие-то регулярные процентные платежи. Можно сделать таким образом. Если вам необходима именно защитная история, можно сделать защитный инструмент, защитный портфель, довольно консервативный. Если вы адекватно и лояльно относитесь к риску, можно инвестировать в какие-то бизнесы, в разные, туда, какие-то новые растущие сектора экономики. То есть вариантов куча. Если вам необходимо это все диверсифицировать валютой, то есть можно добавить валюту. Получается, подводя итог, на фондовый рынок закрывая все эти потребности, закрывая все эти вопросы, все инструменты есть, они гораздо доступнее, они ближе. Понятнее, прозрачнее. Вот, доступные инструменты с списком перечислены. В принципе, ну, наверное, это основные, да, акции, облигации, фьючерсы, опционы, ПАИ, паевые фонды, ETF, относительно новый инструмент на нашем рынке, но довольно уже популярный и набравший вес в мировом масштабе, и, собственно, валюта. То есть обо всем этом мы уже подробнее будем погружаться в следующих занятиях, подробно о каждом. Тут, друзья, знаете, надо, может, там, с точки зрения того, кто еще не был на прошлом занятии, там, пороги входа, там, рассказать про акции, облигации. Но смотрите, чтобы купить одну облигацию, нужно всего лишь 1000 рублей. Чтобы купить акции, но они есть разные, ну, допустим, тот же самый лот Сбербанка стоит 2500 рублей, лот Газпрома 1500 рублей, то есть минимальное то, что вы можете купить. Фьючерсы тоже там будем говорить, но они тоже там стоят от 1500 там, рублей, если с плечом брать, если полная стоимость, там около 20 тысяч рублей, тоже, в принципе, можно как бы рассматривать. Но это больше как бы спекулятивный инструмент, но тоже по нему пройдемся. Опционы, там буквально 1000 рублей, ПАИ, всевозможные ПАИ, там торгуются в Сбербанке, Райффайзене, Уралсиби, да, разные управляющие компании идут, но обычно они там тоже не дороже 20 тысяч рублей, там, 15 тысяч рублей, как правило, то есть ход пополнения от 1500 рублей, ход от 5000 рублей, поэтому тоже все очень доступно. ETF торгуются на российском рынке через провайдера Finex, либо можно выходить на западные рынки, вот, через американских брокеров, либо через российских брокеров, даже, кстати, квалификация там порой не нужна, ну, тоже там будем говорить дальше. Стоимость 30-150 долларов, ну, то есть тоже довольно все доступно, ну, валюта там 1000 долларов, понятно, что купить можно, и, в принципе, уже дробный лот покупать там, и 10 долларов тоже все будет работать, ну, пожалуйста, как бы все инструменты доступны, они все есть, их можно, нужно использовать, главное не торопитесь сейчас, потому что наверняка вам там интересно было бы узнать, да, вот что прямо сейчас складывается, чтобы была там доходность. Но это занятие, по большей части, там, подвести итоги сравнения, посмотреть, что те классические инструменты, которые, ну, как привыкли люди, да, использовать, это банковские депозиты, они сильно не дадут доходности по сравнению
там, с накопленной инфляцией. Валюта несет по большей части даже больше рисков, нежели там сохранение капитала. Там много людей заработало, мне кажется, на валюте, да, действительно очень много, но мне кажется, еще больше потеряло. И теперь не знаю, что с ней делать. Тоже как бы момент есть. Собственный бизнес, ну, как бы хорошо, что он, если он у вас есть, занимайтесь им. Здорово, мы очень любим предпринимателей, будем всячески помогать, но с точки зрения там, рисков, там тоже как бы, они довольно большие. Вот, и если у вас есть основная работа, открывать параллельный бизнес, но это довольно проблематично, проще через фондовый рынок купить себе просто долю в бизнесе. Ну и недвижимость, и драгметалл, мы с Ромой тоже проговорили, есть определенный момент. То есть сейчас самая главная ваша задача, после того, как вам, допустим, да, какую-то информацию рассказали, вот, понять, где мы сейчас находимся, не бежать за идеями, давайте распаску купим, давайте там нечего, а может «Газпром» покупать, «Лукойл» или там «Северстали», почему, какая отчетность. Надо спокойно сейчас взвесить там свои возможности, как вы будете планировать достигать этих целей. Ну, мы, конечно, поможем и расскажем, как это достигать, но просто, так, знаете, там взгляд со стороны, скажите «стоп», посмотрите со стороны, где сейчас находитесь, какие сейчас тенденции, чего ждать. Ну, вот, такую сначала картину видите, посмотрите в общем, да, потом уже будем от общего к частному двигаться и разбирать там, по блокам, по кубикам там инвестиционные портфели, собирать его. То есть сначала создадим основу, то есть это понимание текущей ситуации на рынке там, инвестиционных инструментов, чтобы мы знали, в принципе, все есть. И хотите аренду, там, не знаю, квартиру сдавать, но может стоит купить ПИФ, арендный бизнес. Есть такие ПИФ, которые выплачивают своим клиентам и арендные платежи, и плюс еще прирастает стоимость паев, то на процент повышения стоимости квадратного метра. То есть, по сути, вы вкладываетесь в ту же самую недвижимость, но имеете ограниченные риски, имеете профессионального управляющего, который выбирает максимально лучший объект для вложений, потому что, там, ну, и опять же, если мы говорим про качественные компании, вот, потому что каждый управляющий, он идет в рейтинг. Мы знаем, мы лично там знаем и управляющих, и как они работают. И поверьте, там все очень в белую работу. Никто никого не хочет скинуть, если это там компания с именем, которая работает не один год и не 10 на рынке. Вот. Там все очень надежно. И может лучше тогда ПИФ недвижимость купить. Потому что есть много инструментов, можно по-разному вкладывать. Главное видеть просто тенденции и настрой. Вот, и потихоньку мы с вами сложим как раз очень хорошую, очень качественную картинку, которая позволит вам наращивать ваш капитал планомерно. Вот, поэтому здесь, наверное, остается там, подумать, да, и как раз задать вопросы. Вот сейчас мы перейдем в чат, будем читать вопросы. Задавайте, которые вас интересуют, что бы хотели на текущий момент узнать, на перспективу. Ну, давайте там почитаем. Так. Давай про криптовалюты. Вот, можешь пару слов сказать про криптовалюты? Ну так, буквально, вкратце. Буквально. Стоит ли туда вкладываться? И что вы скажете? Ну, если у вас, скажем, нет опыта инвестиционного, вообще вы не связывались никогда с инвестиционными инструментами, будь то акции или облигации, то, наверное, пока с криптовалютой можно повременить. Только в силу того, что вы, наверное, просто морально, психологически не будете не готовы к тем движениям и волатильности, которые там есть. То есть, если у вас опыт есть и опыт богатый, то, в принципе, это тот рынок, который сейчас позволит заработать именно агрессивным участникам, спекулянтам, ну, не скальперам, но больше спекулянтам, потому что это рынок, на котором есть волатильность, на нем можно зарабатывать. Вот. Если как бы копнуть глубже, да, то есть наши инструменты, такие как индекс РТС, доллар, волатильность просто ну, катастрофически сократилась, спекулятивно там зарабатывать очень сложно, очень-очень-очень сложно, то есть, ну, да, люди оттуда приходят на криптовалюту. Вот. Дима выше рассказал историю, да, это вот история, стандартная история типичного инвестора, который только приходит в криптовалюту. Купил на всю котлету биткоин по 18 тысяч, а вот сейчас он стоит 11. Вот, собственно, вот чтобы таких ситуаций не было, да, изначально нужно подходить к вопросу
более, так скажем, грамотно профессионально с точки зрения портфеля, то есть никогда не вкладывай все деньги в один инструмент, будь то биткоин, будь то акции, будь то облигации. То есть портфельный подход, money management, контроль риска. Обо всем этом мы подробно будем говорить дальше, соответствующих тем. Вот, криптовалюта, да, имеет место быть, она должна быть в портфеле, да, то есть это класс активов, в принципе, сейчас стало сложно игнорировать. То есть, ну, про это можно долго говорить, но в общем виде, да, то есть если у вас опыта не было, ну, наверное, пока можно подождать. О перспективных инструментах инвестирования расскажите. Ну, в принципе, мы как раз и про них сейчас проговорили, то, что все эти инструменты, они довольно перспективные, вопрос, как вы их будете компоновать, как вы из них будете составлять себе портфель. Все, все интересно, все нормально. Я думаю, что доходность, там, надо начинать смотреть в доходности 15-20 годовых. Я думаю, что нормальная доходность, которая может там, приносить инвестору, ну, в целом, ну, такую довольно там, неплохую прибавку к тем... Видел комментарии? Вложение. Да, про голубые фишки. То есть, ну, и это было по... только сам себе начальник. Это, видимо, был комментарий к бизнесу. Вот, тут надо отметить, что, ну, изначально можете как бы задуматься, себе вопрос задать и как бы, ну, попытаться мысль эту раскрутить. А что вы хотите от рынка, от этого портфеля? То есть по-хорошему, да, вам необходимо создать источник дохода, в принципе, это в заглавии нашего курса было написано, да? То есть задача создать себе пассивный доход. То есть базовый, как бы, да, старт будет у всех индивидуальный, да, у кого-то есть там большой капитал изначально, то есть, в принципе, он изначально может создать, в принципе, неплохой источник дохода пассивно. То есть пассивный источник дохода, когда вы ничего не делаете, а ваш капитал, ваш портфель вам приносит определенный доход. Вот. Если стартовые условия, ну, если как-то, да, отличаются, вы этот капитал будете создавать планомерно. То есть можно постепенно. То есть сначала это будет 13-я зарплата. Вот. Или, не знаю, даже, может быть, даже не зарплата, пусть это будет какие-то, не знаю, расходы на машину, да, покрывать. Потом 13 зарплата, потом это будет там ежеквартально, это может быть премия, потом это будет вторая зарплата параллельно, да? То есть, ну, не такие маленькие микрошаги можно расписать этот план действий себе и постепенно к ним идти. Вот, и в таком случае, в принципе, да, портфель и инвестирование в рынок, ну, мало чем будет отличаться от собственного бизнеса. По сути, да, это будет гораздо интереснее. То есть, покупая акции, вы покупаете бизнес, у вас будет, по сути, портфель, да, собственно, портфель из готовых бизнесов. Да, ими сложно, конечно, вы не будете управлять, но будете управлять своим портфелем, это гораздо местами интереснее. Где лучше покупать, как сливать портфель при небольших начальных вложениях? Ирина, Дмитрий отметил, да, порог входа в инструменты, то есть, да, там от 1000 рублей, облигации 1000, акции там плюс-минус тоже 1000-1500, в зависимости от компании, то есть валюта чуть дороже, то есть, ну, то есть, довольно демократичный инструмент, и, в принципе, я думаю, ну, большинству участников будет более чем доступен. То есть, я думаю, по 1000 рублей можно как минимум, да, позволить, как минимум попробовать поучаствовать. Ну и лучше покупать, наверное, там через брокера, именно не через управляющую компанию. Смотрите, есть, например, банк. У банка есть там менеджер, который предлагает инвестиционку. Это паевые инвестиционные фонды, инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. Кстати, если будет вопрос по страхованию, я тоже несколько лет отработал в страховании, там, в развитии вот этих вот направлений ИСЖ и НСЖ, то есть накопительное инвестиционное страхование, поэтому можете тоже задавать. Вот, но, то есть, можете купить через банк, но там будет комиссия за вход, за выход, за управление, то есть брокерич, чем хорош, тем, что там совсем мизерные комиссии. У нас, на самом деле, брокерич очень такой доступный для наших, там, собственных клиентов, потому что комиссии действительно там смешные, там, 0,05%. То есть за сделку, наверное, за 100 тысяч рублей там оборота вы заплатите 50 рублей брокеру, может даже найти тариф, где там 25 рублей, но это там совсем уж дешево. Но, скорее всего, там у вас может быть даже несколько счетов, то есть часть мы будем подбирать портфели через брокерскую деятельность, часть портфеля мы можем через управляющие компании размещать, потому что есть возможности покупать вот как раз эти фонды, которые связаны с недвижимостью, там тоже есть там определенные моменты и довольно большой интерес тоже со стороны частного инвестора. То есть потихоньку мы будем собирать через основу, это брокер, вот, дополнительно это управляющая компания. Но я думаю, что этого будет абсолютно достаточно. То есть если выбрать хорошего брокера и хорошую управляющую компанию, вы, в принципе, там, будет спокойно себя чувствовать, все у вас будет хорошо, и там, процесс инвестирования будет идти...
авантюрист. Да, то есть Ник тоже очень хороший авантюрист. Очень авантюрное занятие, но, скажем так, про КамАЗ там, мы даже, в принципе, не рассматриваем эту акцию в покупку, и поэтому покрытие, во-первых, у нас, там, у меня, у аналитического блока нет даже покрытия на эту акцию. Вот. Так чисто от себя могу очень там, скромно сказать, что акция довольно интересна после девальвации, и сейчас КамАЗ, насколько я помню, там последняя отчетность, то, что я там видел, краем глаза о том, что она улучшается. И отгрузки именно комплектующих и самих автомобилей там растут. Ну, это все, что я могу сказать. Вот. Покупать его или нет, ну, давайте попробуем там на следующем занятии посмотрим, вот, что там происходит. Вот. Далее. Вкратце об ETF, если можно. Ну, смотрите, у нас есть два класса ETF. Есть российский ETF через компанию Finex. Мы тоже на следующем занятии все будем рассматривать. Вот. Есть ETF, который торгуется на американских биржах. То есть что такое ETF? Это, по сути, паевой инвестиционный фонд, ну, там, версии 2.0, да, то есть такая апгрейженная, улучшенная версия. Либо можно сказать, что это просто фонд, ну, там, солянка из акций или облигаций. Например, есть облигационный ETF на Россию, то есть куда включаются лучшие облигации там, российских эмитентов. И этот ETF дает там, в моменте сейчас там, в районе 9,5%. Годовых. То есть покупая этот фонд, он у вас прирастает буквально там каждый день его стоимость, потому что там облигации накапливают купонный доход, потом они его выплачивают. И, соответственно, у вас стоимость ваших денег, вложенных в этот фонд, он растет. И поэтому вам не надо... Чем хороши ETF? То, что не надо набирать одну там облигацию из одного сектора, другую там из третьего, там проводить анализ. Можно купить сразу же готовый пакет из нормальных качественных облигаций через ETF, и он будет стоить, там, сколько последний, там, FX RBT стоил, 1300, наверное, 1400, но за 1400 рублей всего лишь один лот. Вот очень удобно, реально очень удобно. Ну, точечные идеи, конечно, не реализуешь как по рынку облигаций, но как альтернатива вполне возможно. Поэтому ETF – это такая сборная солянка. Есть у нас ETF на индекс МВБ, есть ETF на технологичные компании там, Америки, то есть IT-сектор, есть ETF, можно купить Австралию, там, Бразилию, Китай. То есть, и для этого не нужно там, открывать американского брокера счета. У Китая, например, стоит 6500. За 2017 год ETF прирост на Китай на 45%. Я не уверен, что в принципе трейдера, которые торгуют активно, скальпят, получают такие доходности. А тут, в принципе, на инвестиционном инструменте просто тупо купил, держи, можно было получить такую доходность. Ну, даже там не нравится Россия, не верите в нее, ну, пожалуйста, это блокируем, мы подберем вам именно западные активы, которые доступны и совсем есть там консервативный ход. Есть более профессиональный инструмент, как бы на Америке там список, если у нас список ETF в районе 10-12 штук, но опять же, и то их уже там практически достаточно, и они доступны, то на Америке есть, например, ETF, которые инвестируют в акции компании малой капитализации, то есть такие фишки, которые могут выстрелить там, на 100%. Есть дивидендные акции, есть, допустим, можно составить себе портфель из еврооблигаций суверенных долгов. Что это значит? То есть вы инвестируете не только в еврооблигации России, можно Бразилию купить, Хорватию, Молдавию, то есть создавая такой портфель, вы уходите от риска отдельно взятой страны, например, в Венесуэлу вложились, да, а там непонятно что, и поэтому могут кинуть с выплатой долга и, соответственно, со своим долгом. А здесь у вас будет широкая диверсификация, понятная структура эмитентов, которые туда входят, ну и, соответственно, понятная там выплата. Тоже своего рода как альтернатива еврооблигациям, то есть, потому что если полный лот, он довольно дорогой, то есть от 100 тысяч долларов идет лот еврооблигаций на вне биржи там 200 тысяч, долларов, то, по сути, через ETF и те же самые еврооблигации своего рода покупаете такой портфель, ну, и, грубо говоря, там, складчик. Когда огромные миллиарды собираются, на эти миллиарды выкупаются, по сути, вот такие вот пакеты, которые пропорционально взносы делятся там, между инвесторами. Вот, поэтому тоже там принцип очень хороший, ETF мы любим, мы его очень сильно уважаем, и подбирать их тоже можно на все, что вы захотите. То есть можно даже там на Индии купить, если нравится Индия, вы считаете, что Индия будет как Китай расти, а в этом есть как бы, определенные предпосылки, там темп роста тоже довольно значимый, почему только про Китай все говорят, а про Индию молчат, тоже можно проинвестироваться будет. Поэтому ETF это прям такой отдельный пласт инструментов, который мы тоже будем рассматривать.
Что скажете о форексе и бинарных опционах? Ну, вот у нас будет, Виктор, да, то есть второе занятие техника безопасности. Там, забегая чуть вперед, мы будем рассказывать, почему в них не нужно вкладываться и почему я не видел ни одного клиента, ни одного человека, а уже в бизнесе довольно долго, там, инвестиционном, чтобы кто-то заработал на форексе или бинарных опционах. Ну, вот ни одного. Ну, вот я как бы, точнее, может, и знаю как бы этих людей, но они все-таки больше на срочке торгуют валютными парами, и они такие одни, на 100 человек, то есть может один заработать. На бинарные опционы – это вообще казино. Вот. И то даже было посчитано, что казино лучше мат ожидания, нежели у бинарных опционов. Поэтому страшный сон. Держи или стопы используй, чтобы много не потерять. Стоп-заявки мы, в принципе, теоретически где-то можем использовать, но по большей части мы их не используем, потому что стоп нужен для спекулятивной торговли. Мы можем просто подумать, если нам не нравится идея, выйти. То есть как таково ограничение. Ну, это тоже будет подробно разобрано в соответствующем разделе. Что вы думаете по поводу попытки ЦБ запретить торговлю частному инвестору на фондовом рынке? Он там был, на рынке, на фондовом рынке, рынке Форекс. Ну, смотрите, тут было не то, чтобы ограничение, а была попытка разграничить как бы, типы и класс инвесторов, если, то есть у вас не было опыта, вы начинающий инвестор, то есть ЦБ хотел, ну, не позволить вам пуститься во все чашки, то есть не покупать инструменты таких, а фьючерсы, опционы, то есть либо какой-то ограничить объем средств, которые можно инвестировать, для того, чтобы вы не ломали дров и так далее, и не пустились во все тяжкие. То есть были прецеденты в Китае, когда у них был бум фондового рынка, то есть когда был первый бум китайский, то есть очень много участников зашло в фондовый рынок. Учитывая там массу и объем, да, и количество счетов людей, которые пришли, понятно, что там, ну, кто заходил последними, вот, в силу того, что они были последними в этом цикле, да, они зашли там по максимальным ценам, они потом, ну, очень жестко за это поплатились, его жесткая посадка. Вот, чтобы эту как бы, ситуацию избежать, ну, вот идут разговоры о том, чтобы как-то дифференцировать доступ к рынку в зависимости от вашего опыта, от знаний, квалификации. То есть в целом, в принципе, нам, ну, смотри, как это будет реализовано. То есть зерно истины здесь есть определенно. Ну, вопрос, да, смотря как это будет реализовано. Рынок Форекс, его нужно просто, наверное, хорошенько... Он не регулируется до сих пор, насколько я знаю. Ну, никто не дает, как бы, ну, никто не запрещает. То есть даже там у Альфа-банка, там крупнее, один из крупнейших частных банков, Форекс есть, даже у ВТБ есть, кстати, подразделение Форекс, и оно все еще успешно работает. Ну, да, как бы запрета нет, в принципе, никто не запрещает. То есть, ну, поймать риски возможные, да, свои, рыночные, инфраструктурные. Вот, если вы готовы это на себя взять, ну, в принципе, можно. Ну, то есть мы об этом, да, про риски, про технику безопасности будем говорить на следующем занятии. Что в настоящий момент происходит с акциями Русала, спрашивает авантюрист. Ну, смотрите, Русал сейчас на самом деле интересная компания. Если долгосрок, то у нас есть там как бы идея в том, что можно, по сути, купить те акции. Значит, что с ним происходит? Ну, Русал, там, наверное, один из основных производителей алюминия. Если вы подгрузите котировку алюминия с биржи, ну, то есть можете просто там ввести алюминий на споте, то есть, ну, там, по-простому сказать, там, биржевую котировку алюминия, то увидите, то, что она, в принципе, довольно сильно растет за последнее время. И там, с момента ослабления доллара там все металлы пошли в рост. Мы это видим на примере нефти, мы это видим на примере золота, серебра, медь, алюминий, цинк, то есть все пошло вверх. Ну, соответственно, если компания производит там и продает алюминий, то понятное дело, одно дело вам продать, ну, условно говоря, там, тонну за $100, а другое дело там тонну продать за $200. Поэтому очень хорошо на это дело все сказывается. Плюс еще Русал владеет, насколько я помню, большим пакетом ГМК Норникель, то есть это в районе 25-30% он обладает этим активом. Соответственно, и никель пошел, и палладий тоже пошли вверх. Там никель, ГМК Норникель там растет, хороший показывал дивиденды в последнее время. Но сейчас тоже там вопрос по дивидендам у ГМК Норникеля сейчас идет более, наверное, интересен, опять же, то есть Русал. Но вот вследствие того, что его там как бы, там, ну не дочка, то есть там его пакет, который из ГМК Норникеля очень хорошо вырос, да, компания дает бизнес, сам Русал на фоне поднятия металлов. Вот, по сути, то, что сейчас вот происходит в Русале. Поэтому долгосрок, я думаю, что это отличная идея, чтобы купить, но по уровню надо смотреть. То есть мы как активные инвесторы, мы не только, конечно, там фундаменталом занимаемся, портфель подбираем, но тоже там где-то и технику можем посмотреть с точки зрения там получше зайти, просто чтобы как бы прям иногда филигранно можно зайти там пункт в пункт, но в целом как бы идея довольно интересная по Русалу.
Далее как бы спрашивает про Ирина, про брокерские управляющие компании порекомендуют, будем об этом говорить. Но, скажем так, Ирин, мы, наверное, не сильно хотим там давать рекламу кому-то, потому что ну, то есть у нас нет никакой задачи кого-то прорекламировать, нам вообще без разницы, то есть нам никто за это не заплатит. Вот, и мы делаем как бы по большей части на там, доброй основе, да. Но как бы я скажу так, из брокерских компаний я рекомендую те, которые идут топ-брокеры, то есть это либо брокер с банком, то есть это Сбербанк-брокер, ВТБ-брокер, Газпром-брокер, дальше там идет открытие банк, открытие брокер. Ну, БКС это такой как бы слабенький банк, но зато там с точки зрения там подхода и комиссии то, что не так плохо все. То есть не выбирайте никакие стрёмные и мелкие брокеров. Там, если целитесь там идти, например, там с точки зрения надежности брокера, можете вообще даже Сбер выбрать и вообще даже не будет. Ну, вот, управляющая компания, то же самое, что я назвал вам брокеров, у каждой там уважающей там банковской структуре есть свой инвестбанкинг. Поэтому те компании, которые я назвал, тоже отлично подходят для торговли. То есть у меня несколько брокеров, я сам через них там торгую, там есть инвестиционный брокер, да, то есть который там на долгосрок, есть более позиционный, потому что там тариф повыше. Ну, дальше там более подробно, наверное, там, можно обсудить будет конкретные имена, но вот я, наверное, основных назвал. Брокер ВТБ торгует только российскими акциями, где купить иностранные? Ну, можете в БКС купить, можете в открытии, в Финаме купить. Подключается Санкт-Петербургская биржа и, пожалуйста, торгуйте. То есть легко, просто, незатейливо можем открыть. Ну, то есть доступ на иностранные рынки, при этом не надо там открывать иностранный брокер, все очень просто. Рынок американских акций отдельно планируете рассматривать? Ну, в целом, да, то есть я думаю, что компетенции нам явно должно хватить по рынку Америки, то есть пройтись. Больше, наверное, будет акцент на где-то на отдельных ETF-ах делаться. Но да, то есть Америку мы рассматриваем, если раньше там мы как-то ее более пропускали, потому что, в принципе, интереса такого среди инвесторов не было, то, ну, опять же, то есть индекс S&P сейчас там штурмует свои максимумы и там показывает хорошую динамику. Там сегодня только клиента закрывал, покупал ему акции PayPal по 65, продал по 84, там, плюс 38%, я ему закрыл за 3 месяца. Ну, вот как бы, то вот не хочу, то есть, как бы говорить, то, что да, так всегда постоянно получается, но американский рынок действительно дает там возможность зарабатывать неплохо, и хорошие доходности там могут быть. Криптой вы занимаетесь? Ну, отчасти, наверное, да. Вот, криптой занимаемся, но это тоже там в рамках, наверное, дальнейшего как бы не этого занятия однозначно. Да, наверное, более подробно будем смотреть. Русал не туда, не сюда. Ну да, как бы надо там ждать по большей части. То есть это... Он вырос. Ну, да. Сбербанк брокер дорого берет, с одной стороны верно, с другой стороны надежно. Вот, надежно как бы тут вообще вопросов нет с точки зрения там Сбера. Но если недорого, посмотрите открытие и БКС. Наверное, вот две компании, которые я посоветовал. Вот, смотреть с точки зрения тарифа. Хотя у ВТБ, кстати, тоже, на самом деле, неплохие тарифы, но, насколько я знаю, вот, насчет интерфейса и доступа, то есть у БКС, Финам, БКС, Финам и открытие дают одни из лучших условий по торговле. На самом деле, с точки зрения надежности, брокера, они тоже крайне надежный бизнес, и даже надежнее, наверное, там банковского, потому что все ваши ценные бумаги хранятся в национальном расчетном депозитарии, то есть там независимое там коммерческое общество, которое под контролем Центробанка, ну, грубо говоря, если брокер у вас там лег вообще, банкрот, или вы приходите, а у вас там офис полностью закрыт, табличка висит, что больше никуда сюда не приходите, и здесь уже все. Нет, то вы просто там идете и делаете выписку, сколько за вами депозитарий хранит ценных бумаг, и переводите к другому брокеру. То есть поэтому вопросов даже нет с точки зрения надежности, по большей части у добросовестных брокеров, если они нормально зачисляют ценные бумаги и проводят там все свои операции. Но все так делают, потому что там под дубиной ЦБ никто даже не смеет пикнуть, и поэтому тот, кто дорожит своим именем, и на рынке больше там 10-15 лет, там все спокойно. Поэтому хотите более как бы спекулятивный инструмент, ну, точнее, спекулятивный брокер, это открытие БКС Финам, пожалуйста. Ну, смотрите, ну, там как бы... Расчет лучше, наверное, открывать и финконсультантов не слушать там, потому что они сразу начнут какие-нибудь Феникс продавать или какую-нибудь другую еще лабуду, которая не относится к инвестициям. Вот, так, пока что вопросы, наверное, у нас закончились. Вот, друзья, ну, значит,
наверное, будем заканчивать мы первое свое занятие. Самое главное, мы сегодня рассмотрели, где мы сейчас находимся. Обзор инвестиционных инструментов тоже там рассмотрели, что мы будем торговать. То есть это не только там покупка акций, купил-продал. Вот, это больше там портфельный подход. Мы можем, в принципе, включать в портфель все, что торгуется, валюту, недвижимость и золото. То есть мы все это делаем, мы там ищем лучший момент для входа. Поэтому дальше будет интересно. Сегодня, может, там хотелось бы, да, конечно, таких боевых примеров, там, что здесь купили, здесь продали. Ну, во-первых, это мы делали там на предыдущем занятии, ну, по большей части там как бы говорили про более точные идеи, там, Русала, там, Мечева, там, то, что вот выросло. Нет. Но дальше будет только интереснее, так что как бы, оставайтесь с нами, будет поинтереснее. Отношение к Global Finance. Global Finance. Только Global Finance. Ну, пока мы не имеем к ним отношения, ну, то есть мы, в принципе, про них не знаем. Хотя мы знаем весь инвестиционный рынок вдоль поперек. Ну, может, какая-то компания неплохая. Вот. Да, то есть если за Форекс, ну, как бы, там, короче, за Форекс мы будем говорить мало и на следующем занятии, вот, потому что, в принципе, ну, опять же, я никогда не видел практически ни одного клиента, кто в долгосрок на Форексе заработал и сформировался какой-то дивидендный поток. Но у меня есть куча клиентов, даже которые начинали с небольших, там, вложений. Есть и крупные клиенты, кто у меня там размещает очень значимые суммы, они, по сути, там живут с рынка, вот, за счет дивидендов. Вот, есть у меня там один товарищ, вот, в принципе, он себе сейчас обеспечивает там поездки там, на курорты и прочее за счет чисто брокериджа, покупает там хорошие идеи, получает дивиденды, ну, и, по сути, за счет этого уже себе более чего-то сформировал. И у меня уже обслуживается, уже, ну, скажу, полгода вроде мало, но с другой стороны, поверьте, если бы он ко мне пришел и начал торговать акциями, валютами или еще чем-то, он не только не сохранил бы свой капитал, он бы его потерял. А здесь он его наращивает. Средняя доходность активов, как там звучит, ну, средняя доходность активов, короче, у него 26% годовых. Вот. Это тот мужик, который, по сути, занимается, любит разводить пчел, и, поверьте, к рынку чуть больше никакого отношения не имеет. То есть, ну вот, пожалуйста. Вот. Так, ну все, спасибо всем, друзья. Наверное, тогда будем заканчивать наш вебинар. Артем, наверное, ты пару, наверное, слов, наверное, тоже должен сказать. Вот. И всех ждем на следующем нашем вебинаре. Там уже будет больше практики. Да, спасибо, да, спасибо большое, ребят. Так, слышно? Сейчас он начнет слышать. Так, как слышно меня? Спасибо. Так, ну и хочу обратиться по итогам нашего сегодняшнего первого занятия к участникам. То есть сейчас у нас прошло только лишь одно первое занятие. Видел по некоторым комментариям, что есть участники, которые хотят идти дальше, хотят получать новые знания, хотят узнать, что в целом это за подход и как работать с каждым конкретным инструментом. Сейчас я хочу спросить о том, или кто-то из участников на данном этапе получает длительное сопровождение в индивидуальном порядке у Романа с Дмитрием с тем, чтобы распоряжаться в инвестиционных целях капиталом. То есть, если это так, если это про вас, то напишите, пожалуйста, в чате цифру 7. Предполагаете для себя такое развитие событий, что вы будете инвестировать, начав с крупного капитала, и будете нуждаться в индивидуальном сопровождении, то есть в помощи Романа и Дмитрия по ходу вашей работы, по ходу вашей инвестиционной деятельности. Цифру 7, пожалуйста, в этом случае напишите в чат. Убедился, что сегодня действительно у нас на трансляции присутствуют те участники, кто готов будет идти дальше. Еще раз напомню для тех, кто, может быть, подключался позже, что основная часть тренинга
занятие у нас бесплатное. И сейчас как раз чуть позже мы для тех же, кто захочет получать дальнейшее индивидуальное сопровождение у нас будет предоставлена такая возможность. Но нужно обязательно понимать, что эта возможность будет очень и очень ограничена. Почему? Потому что каждый клиент будет вестись индивидуально. То есть это уже будет не групповое обучение, как сейчас у нас с вами в данном случае, а это будет уже полноценное индивидуальное сопровождение. Так, я вижу, что со звуком не очень хорошо. Проверим связь. Я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно. Так, ну что ж, продолжим. По поводу нашего бесплатного тренинга, я знаю, что сегодня у нас присутствуют, которые пока попали, не записались в саму группу бесплатного тренинга, а только пришли на одно лишь первое занятие. Для таких участников я хочу сейчас дать ссылку на сайт, на котором вы можете ознакомиться с полным описанием того тренинга, который сегодня у нас начался. И заполнив небольшую форму на этом сайте, попасть в специальную группу, закрытую группу тренинга, где ко всем следующим занятиям у вас будет доступ. Поэтому под видео с трансляцией есть ссылка, переходите, знакомьтесь с описанием. Если вы еще не записывались, то обязательно вступите в бесплатный тренинг. Почему это нужно? Это нужно потому, что доступ к следующим занятиям будет только у тех участников, которые состоят в этой группе. Обратите на это внимание, если вы сегодня впервые оказались здесь, если вы ранее не вступали в группу, обязательно в нее перейдите и на сайт, и вступите в эту группу, то есть заполните, в эту группу попасть. Для тех, кто в дальнейшем захочет получать в индивидуальном порядке, также необходимо сейчас состоять в группе основного тренинга, чтобы потом получить, в принципе, вообще получить информацию о том, как будет проходить индивидуальное сопровождение и на каких условиях. Поэтому в любом случае, то есть, пойдете вы дальше или не пойдете вы дальше в плане персонального сопровождения дальнейшего, вступите в группу бесплатного тренинга, чтобы получить доступ к следующим занятиям тренинга. Так. Одну секунду, еще раз проверим связь со связью. По поводу расписания были у нас вопросы, как мы будем дальше заниматься. Вначале я говорил, еще раз сейчас повторю для тех, кто у нас подключался позже. Заниматься мы с вами в рамках основного тренинга будем в понедельник и в четверг, то есть два раза в неделю в 19:00 по московскому времени. То есть занятия у нас пройдут сегодня 29 января, и затем занятия будут идти 1 февраля, 5, 8, 12, 15 и 19. То есть дважды в неделю 7 онлайн занятий у нас пройдет. Так, я вижу, что комментарий у нас пока только один с цифрой 7. Николай написал, что да, действительно он готов идти дальше. И Николай как раз один из претендентов, который сможет на таких условиях дальше идти и обучаться. Почему? Потому что почему один из немногих? Потому что, и как я уже говорил, индивидуальное сопровождение не предполагает большого набора в группу. То есть это будет буквально несколько человек, которые смогут попасть к Роману и Дмитрию и у них обучаться в дальнейшем после того, как закончится наш основной тренинг. Так, вижу, появляются цифры 7. Есть у нас задержка между эфиром и комментариями, поэтому, думаю, комментарий у нас еще появится. В любом случае, еще раз важный момент, да, для всех, кто сегодня присутствует и будет смотреть в записи сегодняшнюю трансляцию.
под видео с трансляцией есть ссылка на сайт. Если вы еще на этом сайте не были, не регистрировались, то, пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы в группу бесплатного тренинга попасть и в дальнейших занятиях участвовать. То же самое касается индивидуального сопровождения. Если вы хотите в дальнейшем его получать, вы тоже должны состоять в этой группе. Ну и на этом, я думаю, мы с вами можем прощаться. В следующий раз мы с вами встретимся в четверг, 1 февраля в 19:00 по московскому времени. Я благодарю всех за участие, кто сегодня был с нами в прямом эфире. Благодарю еще раз Армана и Дмитрия за проведенное занятие. И до встречи в 19:00 по московскому времени. Всем большое спасибо и до новых встреч.